Слово предоставляется одному из руководителей партии «Дело» Владимиру Зажмилину. Привет, Болотное! Как настроение? Не мерзнете? Друзья, мы все с вами хотим жить в свободной, честной России, в которой каждый гражданин нашей страны сможет обеспечить себе самореализацию, найти достойную работу и быть счастливым. Возможно, для каждого из нас главное это надежда. Надежда на то, что скоро все изменится. То, что в нашей стране жизнь станет лучше. Но это возможно только, если власть пойдет к нам навстречу. Сегодня под давлением митингов, в том числе и этого, Медведев, наш любимый президент, решил провести политическую реформу. Давайте поможем ему в этом. Давайте будем выходить и напоминать ему о его обещании. Даешь регистрацию всех политических партий оппозиционных? Спасибо, друзья! С нами Бог! Слава России! Спасибо!